кстати, пока у нас пауза такая небольшая, давай-ка глянем. Тут вот постоянно выскакивало, что информация, какая-то информация о персонаже. Угу. Справки, да? Члем. I need peace. To find peace, I must reach the plains of silence. To reach them, I need a machine as good as the Black on Black. Or better. Опять неудобно сделали. Угу. Проматывать. Почему оно так проматывается очень неудобно? Но я думаю, что я не буду зачитывать, как и в Shadow of Mordor. Информации, похоже, будет много. Кому интересно, почитайте на паузе тогда. All the riches of these lands are mine. All of Gastown is mine. А, то есть вот эта цитатка сверху как раз это они кричат. Угу. Окошечко такое маленькое сделали под, знаете, под буковки. Угу. Неудобно. Никогда вот этого не понимал, когда текстовую информацию умещают в маленьком окошечке. Они сами хоть пробовали это почитать вообще? А прокрутка, ты знал, не, просто тут места вокруг так много. Ну. И листать надо страничками, а не так вот мотать непонятно. Ну ладно, это... Лирика все. I can make you become steel real, my angel. I can build your corpus and ignite your sacred fuel. True, but only the warrior saint can drive you. Yeah, that is why you send him my way. Интересный персонаж такой. Че-че-че-че. Угу. Брюхорез. Как неудобно прокручивать, оно проскальзывает, как бы вот еще и с задержкой с небольшой. Mm-hmm. Жуть. My car was taken and destroyed. I must build me a new one. Better and faster than the Black on Black. Перехватчик. Это его машина вообще изначально первая даже, mm-hmm. можно сказать. Хм. То есть сюжет здесь вообще никак не связан. Параллельная реальность, можно сказать. Ну, то есть, да, вообще только личности там и так. Получается, это и не до фильма, и не после. Угу. Получается, что так. Ну ладно. Ух ты. Ого. My life's work, work. She is the angel combustion, becoming flesh. Steel, as it is. Since the angel combustion sent me the warrior saint, I am sure of my destiny. Это нам спойлернули нашу машину будущее, получается. Ну, что-то типа того. Смотри спереди, вот эта штука. Песок поднимать, тушить. Помнишь, кстати, да. Ну ладно. Так, слава, это что? Это какая-то прокачка будет, что ли? Сколько всего интересного. Угу. Способности. Улучшите эту способность, чтобы увеличить максимальный запас здоровья. Но я пока, видимо, ничего не могу сделать здесь. Я думаю, все покажут, он всему научит. Гараж, слава, коллекция. Биография, ладно. Бойцы члема. Ну-ка. Ага. Дальше. Отморозки. А почему они не кричат? Смотри, подсказка какая. Угу. Угу. Понятно. Ну, я пока ничего этим особо не умею. У нас нет ни холодного оружия, ничего такого. Так, стервятников пока не знаю. То есть как-то глушать и потом холодным оружием добивать. Места. Столько информации. Великая белизна. А, про убежище.
Ясно. Фляга. Бинокль. Расу собирать ты видел, да? Угу. Дробовик. Ну, я думаю, ага. Для дальнего тоже что-нибудь дадут. Винтовку какую-нибудь. Да вон, смотри, сколько еще оружия впереди. Ну, все. Все, посмотрели вроде. Погорцевали. Молотов. Давай. Смотри-ка. Налево предлагают. Нет? Почему налево? Или куда? А. Вот АЭС сюда. Это что у нас? Где АЭС? Это север показывают? С на карте. Не помню я. Я вот тоже не помню. Н, север. С, нет, ну я думала, перевод, может, они перевели. Перевод, да, С это север. Ну вот я и говорю, что перевели, наверное. Я просто привык, что обычно ну, на да, английском. Ну да, N. Ну вы выходи уже, хватит тут. Я думал подъехать поближе. Че, ни с кем драться не надо? Нет. Зачем? Найти топливо для шедевра. Пусто. Ну, у тебя вторая цель еще есть. Подожди, вторая цель это... А, ясно. Ты же ищешь? Я думал, нам по пути тебе повздали. Не сказали, что он прям вот тут есть. Long with anything of use. There's fuel all around. Keep your eyes peeled. Камень. A big steel gift box. What prizes do you hold? Какие-какие? Топливо хранит. Все, кончился. Как положено. Ух ты. Гад. Что-то хрустнуло несколько раз. Все. Все. Я хочу уметь пинать их. Я же безумный. Ого-го. Они кого-то убили, да? Получается, что так? Ну да, он тут сидел, машину чинил. А вон еще бензин, смотри. Угу. Сейчас зальем. В смысле выкинуть. Заправить. Ты не с той стороны подошел. А смотри-ка. Так, много. Не, я в том плане, что счетчик. А остальное куда? Praises, he's full. But let's bring an extra for refueling or blowing something up. Давай. Ага. Новое появилось. Как с собой взять? Выкинуть, сесть в машину, удерживать, бросить, поджечь. Может быть, просто положить сесть? В багажник, а, смотри. Вот тоже. Получается, сзади тоже подойти надо. Let us make haste before the nightly hunters return to their lair. А чё, можно только одну канистру? Как же неинтересно. Ну-ка, ну-ка. А вообще интересно, только бензин туда класть можно? Только одну. Неизвестно, пока обучение, наверное. Ну ладно. Эх. Жалко так выкидывать-то. Ага. Ну куда ты опять побежал? Что-то вообще.
туда побежал. Да хочу туда и побежал. Плюшки на паника. Что делать, что делать? Там значок просто, видишь, еще горит. Ну, бензин, да. А точно это бензин? Не знаю. Ты же можешь посмотреть обычно на территории, что можно взять. Мы там не все собрали. Лом, да, остался. Вот. Плюшкина пожила. Ой. Короче, ты поняла. Ничего не поняла. Все, что я думаю об этом. Ты из-за бензина суетился, а не за лома. Лом-то не смотрел. Нет, я видел, что там иконка. А ты мне отчета туда побежал. А ты бы сказал, там иконка, там лом. Ты бы сказал, это бензин. Так, ты со мной не спорь. Это ты со мной не спорь. А то я тебя сейчас буду под столом пинать. Вот, видишь, лом. Так, 100%. А у тебя пустое место под нож, вот так. У меня еще есть куча мест под канистр, но мы их не берем с собой. Страдай. Страдаю. А еще тебе в драке по лбу дали. Один раз не считается. И в прошлый раз еще один раз. Не помню. Не было такого. Нам нужно обязательно место под собаку в машине. Непрочные ворота. So let's make this one count. А, взрывом канистры. А я думал, таранить. Ты бы сейчас машину угробил. Поджечь просто надо будет. А что ты так далеко отъехал? На всякий пожарный вдруг заденет. Нет, надо было подъехать, сделать, а потом отъехать. Там, видишь, а вот я не могу просто отъехать и взорвать потом. Ладно, ладно, делай как надо. Ну, видишь, я нормально отъехал. Тебя подъехали сюда. Тебе кажется. Нет, не кажется. Так вот делают ворота, делают. Потом приезжают всякие Максы и ломают. Все! Какие мины? А, вот эти. Мы без мины можем вот так вот. Она как-то тормозит резко очень. На тормоз хоть не нажимаю вообще. Ты там жив? Вроде обожгло немного и нормально. Еще мина. Прикольно. Хотел сказать, кто стоит. Газуй! Смотри, она взрывается сама, надо было просто подождать в прошлый раз. Я так понимаю. Проверим потом. Проверим обязательно. Газуй! А, я не могу! А, машина! Камера. Держись, машина. Нормально с ней все. Ты видел? У нас механик с собой починит, наверное. Если что. Долго там еще ехать? О! Он, видишь, задул уже. There! Our prize!
right for the taking. Go quickly. The only way to get up there is through those cave tunnels. Фингал такой у него. Get the car in place down here. I'll lower the body onto it. Yes, 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 yes. She'll be ready, as I will. Опущу. На цепях, видимо, вот прям так и спустишь. Угу. Вот он, маньяк. Опа. О, здравствуйте. И кто там, и кто там? Something here. Да не что-то, а кто-то. Сейчас нападут. О. Любому. Maybe I could zip down this. Так, я не понял, а как туда? Ну вот, там спускаться надо. А это лампа просто? Или что? Лампа, лампа. Хм. А как она светится? А, еще лампа. Ну хорошо. Flashlight. Пригодится. Still works too. Угу. Что-то такое красненькое там. Подглядывают. Это глаза. Да какие глаза-то? Нет. Я думал, что глаза. Накачались там фигней какой-нибудь. Глаза светятся. О, сколько воды. Ты сейчас попей и еще набери. Так нет, все, видишь, пусто. Да. Нет воды. Ну ладно, тогда не пей. Как ты? Видишь, чуть-чуть совсем останавливает-то. А-а-а, вон что. Ясно. Все, напился. Потоковая. Ага. Вот такая штука красная светилась. Повернись направо. Вот, видишь? Mm. Вот ящик. Да вижу, вижу. Поехали? Поехали. А, то есть ты сам сейчас выберешь какой? Вижу какую-то, но... Корпус выбрать. А, ясно. Да? Кузов, да. Ну, сейчас посмотрим. Тут вон и диски есть. Хотя это не диски. Погодите. Ну, не терпится. О, все. Пять. Легкая добыча. Ачивка, ура! Ну, ладно. Повышение уровня. Фирнейс. Шевелфейс. Хайлд Хант. Почему? А, Вайлд Хант. Детрату. Предсмертное дыхание. Нормальный такой выбор. Я прям даже растерялся. А он нам навсегда или мы сможем потом я поменять? Я не знаю. Потому что с практической стороны я хочу, наверное, вот этот кузов. Или вот этот, потому что они такие выглядят мощнее. Но чисто эстетически мне нравятся такие. Давай возьмем. А, ну так нам же только кузов. Ладно, короче, показать. А вот это вот еще проверь, покажи. А, ясно. А что показать? Это так, убирает просто. Так посмотреть можно. Понятно. Кладбище. Ага. Давай.
Хотя сам Макс, наверное, выбрал бы что-то из первых двух. Да. Ну, я думаю, должна быть возможность поменять. Ого! Глаза, точно! А ты мне не верила. Я же говорю, они там обожрались чем-то. РБ, чтобы уклоняться от особенно сильных атак, которые невозможно парировать. Заточник. У него холодное оружие. О, нож, нож, нож! Хватай! Быстро добить оглушенного. Ага. А чем добивать? Этой же кнопкой. Я не знаю, меня никто не учил. Ах ты! Серия ударов. Есть. Мощный удар. Чего-чего? Он? Ага. Нажимай! А, бежим. О, о. Давай, ну я держу же. Бежим! А! Погнали, 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 погнали. И что нам каждый раз вот так вот кузов менять? А, вот. Показывают. До свидания. Так, почему я его не задавил? Хотел задавить, не задавил. Где там место у него? Уязвимое Е. У меня... А, есть еще патроны? Да, есть. А, патроны тратятся, что? Да. Поэтому вроде как и не хочется тратить. Ага. Давай-ка, подпусти поближе. Еще немножко и... Бам! А! Есть! Тебе тоже добавили. Досталось, да, немножко. До скорости. Моя машина! Ай! Че, серебро что ли? Или что? Или это так? Это так. Ну ладно. Хорошо отняли здоровье машинки. А он починить может? Остановил. Выйти надо, нет? Или как? А, вот, нажать. О, аптечка ходячая, ездячая. Как он там? Что он там крутит? Что надо, то и крутит. Ну ладно, я не специалист, не буду мешать. Класс. Все? Ну ты мастер. Вот такого ездуна нужно всегда с собой иметь. Ну да, место еще ему постоянно выделять. Пусть собака дома сидит. Она болеет. Все время... Да, не надо так делать. Забываешь, да, после бордера? Моя экстремальность, да, здесь... Мне не на руку, абсолютно. Здесь надо поаккуратнее стараться. Вот она, бежит. Собака. Пожрать, говорит, привезли. Приступить к миссии. А, то есть я могу пока просто помотаться. Да, пройтись можешь, посмотреть, что тут. Пока мы тут ходили, тут ничего интересного нет.